Алло. Алло, салам алейкум. Здравствуйте. Ты где сейчас? Дома, на работе, никуда подъехать. Кто это? Магомед тебя беспокоит. Какой Магомед? Что, Магомед? Ты вчера звонил девушкам, проституткам, помнишь момент? Помню, а что такое? Почему ты не прочитал, скажи мне? Там было указано на сайте не звонить, не писать. Идет бронирование VIP-клиента. Кто же это значит? Ты взял, позвонил в мой салон, блядь. Девушка даже трубку не подняла. И своим звонком взял чужую бронь на себе, вывел мне анкеты из строя. А и пацаны тебе ночь искали, блядь. Не хотели к тебе домой заехать. Дергать тебя и твою семью. Думали, ты пьяный. Сейчас теперь скажи мне, мы с тобой проблему как порешаем? Тихо, мирно, либо к тебе домой приехать. Так я не специально. Не слышу. Я не специально. Да мне похуй, специально, не специально. Мне тебе сейчас нужен один ответ. Мои бойцы на готове. Мы решаем тихо, мирно, либо я к тебе домой подъеду, кину тебе гранату нахуй. Не надо гранату. Алло. Не надо гранату никакого. Ты слышишь меня? Мы решаем тихо, мирно или как? Да, тихо, мирно. Альхамдулина, послушай внимательно, впитывай. Ты вчера своим звонком взял чужую бронь на себе, вывел мне анкеты из строя. Сейчас на данный момент на твой номер телефона, на твои данные висят 3 ошибки на сумму 48 500. Я тебе высылаю координаты системы, ты оплачиваешь, я убираю твою бронь, 3 ошибки, тебе обратно возвращаю. Клянусь своим каром, твой рубль здесь никому не нужен, а важна система. Система непростая, сплотного мира, стоит 28 мультов. Не дай сколько этого лаха, когда ебнется, я с тебя 3 шкуры нахуй, с тебя, с твоей семьи. Сколько раз продает? 28 мультов стоит система. Струна, смотри, какая дорогая система. Я так понимаю, лучше я к тебе домой подъеду, нахуй. Зарежу тебя, нахуй, твою семью, нахуй. Потом подожгу всех, блядь. Почему? Я сказал, мы сейчас решим вопрос. Смотри, я тебе своим Аллахом поклялся. Ты оплачиваешь, я убираю твои 3 ошибки системы. И тебе обратно возвращаю. Тебе обратно куда перевести? По номеру, по карте? То есть мне надо отправить деньги, и вы мне назад их вернете? Да, родной, я тебе дал слово, я тебе своим Аллахом поклялся. Не ставь мои слова под себя. Нам важна система. Не ставить твои слова под себя? Не слышу. Не понял. Что ты сказал? Скажи, повтори, пожалуйста. Я молол, я вас сразу устроил. Как? Как так? Я тебя плохо понимаю. Я сразу устроил вас. Я не пойму тебя. Сразу устроил. Ты тему понял, скажи, пожалуйста. Не заставляй меня делать. Мне надо отправить 48 тысяч, и вы мне назад их скинете. Ты оплачиваешь, да, на твой номер телефона висят 3 ошибки, на сумме 48 500. Ты оплачиваешь, я убираю твою бронь, 3 ошибки, и тебе обратно возвращаю. Ты меня услышал? Я услышал, но у меня сейчас нет этих денег. Мне надо время, чтобы деньги найти. У тебя 10-15 минут. Я за тебя и так ушел в убыток на миллион. Понимаешь, я тебе слова не сказал. Девочки ночь не работали, 90 девушек. Алло. 90 девушек? Так я одной девушке звонил. Ты из-за одного звонка, блядь, перевел на систему, нахуй. Ты, блядь, ебанутый, блядь. Алло! Я понял. Понял. У тебя нахуй 10-15 минут. Не увижу оплаты, нахуй. Я тебе нахуй гранату в жопу засунул. Ты меня понял? Не надо так говорить. Не надо. Тебе обратно куда вернуть? По номеру? По номеру телефона, вот телефон бланк. Альхамдулиллах, давай. Сейчас тебе скину. У тебя есть телеграм? Телеграм? Да. У меня WhatsApp. WhatsApp. Давай, сейчас скину на WhatsApp. Давай. WhatsApp, напишите. Алло.
смс увидел координаты? В Алан-Са прям мне сказали, напишите. Я тебе в смс кинул, чтобы ты посмотрел. Посмотри в смс. Родрижу. Росбанк? Росбанк, да, у тебя 10-15 минут. Ну, я еще дорищу деньги. Ты ищи конкретно, у тебя 15 минут, нахуй, не увижу оплату, я тебе подожгу, нахуй, ты меня понял? Я дорищу деньги, я вам сейчас позвоню, я звоню всем. Давай. Давай. Давай, всем алло, Магомед. Да. Пожалуйста, можем продолжать до челаса? У меня деньги в обед будут. Какой нахуй обед? Я тебе сказал, слушай. Я всем позвонил, кому можно. Ни у кого нету. Я смогу взять аванс на работе в обед сегодня. Я смогу взять деньги. Сейчас ты сколько нашел, скажи мне. Нисколько не нашел, ни у кого нету денег. Я клянусь давайте тебе. Давайте тьму домой, ребят. Короче, твои деньги не нужны, нахуй. Давайте. Я в 13... Я тебя сожгу, нахуй. Я клянусь. Тебе твою семью, нахуй. Здесь... Я клянусь, здесь у меня... Я клянусь. Пожалуйста. Я клянусь, у меня 12 часов будут деньги. Алло, Магомед. Да. Пожалуйста, подождем. Я в обед, я клянусь, мне деньги раздадут. Ты понимаешь, система стоит нахуя денег. Я тебе сказал нормальный вариант. Да я понимаю, я всем позвонил, кому можно. Ни у кого нет денег. Я в бухгалтерию позвонил, мне сказали, в обед мне 100% смогут дать аванс. В обед. Я на работе буду 12:00. Я сразу пойду в бухгалтеру. Смотри, даю тебе 2 часа времени. 2 часа с этого момента, с нашего разговора, у тебя 2 часа. Я в два часа буду в бухгалтерии, мне 100% дадут деньги, мне их только на карту закинуть, и я говорю, у тебя 2 часа, говорю, до 30:30, чтобы ты платил. Да, это 100% будет, я тебе позвоню, как 12 часов возьму деньги. Альхамдулиллах. Только пожалуйста, не только мне. Пожалуйста, не надо никуда ехать, прямо умоляю вас. Хорошо, я тебя услышал, я тебе пойду на уступки, давай. Я думаю, мы договорились, ладно, все по-мужски. Только я когда деньги закину, чтобы мне их сразу назад закинули. Только, Валентин, трубки с других номеров не бери. Только чтобы... Напиши мой номер, только мне звони. Вот у нас в бригаде более 5000 человек. Могут позвонить тебе мои пацаны, там, это, молодые. У вас могут быть проблемы, понимаешь? Так что трубки с незнакомых номеров не бери, не отвечай на WhatsApp нигде. Только мне звони, только в СМС. Ты меня понял? Я понял. Только у меня на телефоне денег нету. Я тебе буду вот гудки посылать, ты мне сам перезвонишь, ладно? Хорошо. Только чтобы давай, мне деньги 100% слинулись, у меня больше денег не будет. Ну, я на тебя на деньги сказал слово мужское. Стоп, 100%, самое мужское я слово. Я уважаю таких мужчин, которые слово держат, а не пиздогрязь, понимаешь? Не, я не как такой, бы, я свое слово я держу. Я брат, блядь, Володя, блядь, пидорас ебаный, давай. Я свое слово держу. Алло. Алло. Все, давай. В 12 давай, часов господи. Я позвоню. Хорошо, давай. До свидания. Давай. Алло, Магомед. Алло. Да. Почему мне какие-то люди звонят, представляют? Мы же договорились, я все оплачу. Я же тебе говорил, родной, трубки не брать. У нас в бригаде более 5000 человек. Я тебе говорю, трубку не бери, не обращай внимания. Я тебе толстого на пидора. Я всю проблему решу. Потому что мне звонили какие-то мужчины, говорят, что мою жену сейчас найдут, ее фотку мне скинули. Чего это за дерьмо, я не пойму. Блядь, что хуйня, родной, за это не переживай, я тебе толстого на пидора. Ты побыстрее оплати, чтобы они увидели, чтобы система работала, все, родной, я тебе толстого. Так я им сказал, что я с Магомедом созвонился, мы лицаем во рту, они сказали, что... Вот, смотри, родной, больше трубку нихуя не бери с номеров никаких незнакомых. Запиши мой номер, все. А ведь они мои жены позвонят.
Верьте мне, моя жена позвонит. Что делать? Не понял. Верьте мне, моя жена позвонит. Что мне делать, я не позвоню. Не позвонит, не переживай, родной. Я тебе дал слово на пидора. Ты для начала оплати, система заработает, все, тебя никто не будет трогать. Я тебе дал слово на пидора, ты понимаешь или нет? Просто если это твои люди, позвони им, скажи, пусть они мне звонят, пожалуйста. Скинь мне номер, вот, в смс, скинь. Давай. Ты когда оплатишь, скажи мне. А, я в смс не могу оплатить, напиши мне в WhatsApp. Да, у меня, если скажи у меня... Номер, скажи. У меня скажи. Большой скажи. Минус. Скажи мне номер, скажи так, скажи номер тебе, который звонил, скажи мне. Так, сейчас. Мне скажи номер, кто тебе звонил. Сейчас я открываю. Алло. Да, говори. В общем, 909? Да. 910? 909. 909, дальше. 5801. 581. 6721. 6721. Это один, мне много кто звонил, вот это вот последний кто звонил. Трубку не бери, тебя, ну, понимаешь, не бери сегодня, не обращай внимания, я все сделаю, ты меня понял? Ну это 100%, я когда оплачу, чтобы мне никто не звонил. Ты меня послушай, понимаешь, всех в черный список везде, нахуй, Телеграм, WhatsApp, всех в черный список, только со мной, ты меня понял? Да, я тебя, ну, они мне то же самое сказали, блин. Смотри, ты мне дал слово, я люблю, я уважаю таких мужчин, которые держат слово, я люблю с ними общаться, понимаешь, родной? Я тоже, я люблю таких мужчин, я тоже. Сейчас скажи, ну тебе сколько тебе времени надо? А я вот, я уже на работе, сейчас в половину будет бухгалтер, я же сказал, в половину, пол первого. Она сейчас будет кабинетом, и мне все так. Тут осталось 10 минут. Давай, трубку не бери, готово, давай. Давай. Росбанк, здравствуйте, меня зовут Екатерина, чем могу помочь? Алло, здравствуйте, Екатерина. Дело в том, что я нашел чью-то карту Росбанка в банкомате Сбербанка. Что мне с ней сделать? Сбербанка? Да, видать, кто-то ее нашел, видать, хотел воспользоваться или что-то такое. А он в банкомате Росбанка вы нашли ее? Нет. Рядом? Нет, тут Росбанка даже поблизости нет банкомата. Вы Росбанка нашли? Да, Росбанк, вашего банка. Простите, не поняла, не расслышала, показала Сбербанка. Сейчас уточню информацию. Ага. Ожидайте, пожалуйста. Просто номер карты. Пожалуйста, там только карта была? Да, только карта. Больше никаких личных вещей не было? Не, ничего не было, только вот карту. Алло. Алло. Сейчас я перезвоню, я разговариваю с бухгалтером. Давай. Подскажите, пожалуйста, чем-то могу помочь? Нет, ничего, мне что с этой картой делать? Вы что там, заблокировали мне, выкинуть или отнести куда-то? Да, можете ее выкинуть. Клиент свяжется дополнительно. Да, я понял. Вы заблокировали или что с ней сделали? Я просто так и не понял. Да, карта клиента заблокирована, чтобы она не попала в мошенничество. Все, я тогда ее просто выкину. Если нужно, то мой телефон оставьте для контактов. Если клиент с вами свяжется, я ему расскажу, где я нашел, если это надо. Если нет, то нет. Нет, не нужно. А, ну все тогда. До свидания. До
благодарю за звонок. Да, ну, до свидания. Алло, Магдалинет. Да. Все, я деньги получил. Я сейчас перевожу, да? Сейчас, ты платишь, да, реквизиты? Да, вот я сейчас перевожу. Я тебе скину. Да, мне пишет то, что перевод невозможен. Там, скажи, как? Перевод по данным реквизитам невозможен. Свяжитесь с получателем. У тебя что-то с картой. Сейчас, подожди, другую там, подожди, сейчас. Сейчас. На эту не получается перевести, пишет ошибку. Сейчас, давай, перезвоню, давай. Добро, давай. Алло. Алло. Да-да. Я тебе скину, посмотри в СМС там, это Альфа-банк. Сейчас. Центральные реквизиты. Сейчас, 4 минуты, сейчас. Больше это компьютер немного занят. Сейчас, 2 минуты я посмотрю. Давай, побыстрее. Ага, я вот так заебался, давай. Наверное, понял, сейчас, передадим. Зовут Екатерина, чем могу помочь вам? Алло, здравствуйте, Екатерина. Дело в том, что я на вокзале нашел чужую карту Альфа-банка. Мне с ней что сделать? Как-то ее заблокировать, либо выкинуть? Номер карты назовите, пожалуйста. Инициал на карте указано? Нет, она без инициалов. Она так, такая вся. На каком вокзале нашли карту? Здесь, в Москве. А какой именно вокзал? Аэровокзал, Шереметьево. Еще раз, плохо очень слышно было. Аэровокзал в Шереметьево. Она была возле банкомата Сбербанка причем. Тут Альфа-банка нету поблизости банкомата. Она возле Сбербанка валялась, пожеванная вся такая. Я поняла. Так, хорошо. Сейчас оставайтесь на линии, не отключайтесь. Попытайтесь вас. Да, хорошо. Удалось связаться с владельцем карты. Карту я заблокировала, тогда просто можете ее утилизировать. Вы с владельцем связались или как? Не удалось связаться с владельцем. Ну, если что, оставьте мой номер как контактный, я сообщу, где я нашел. Хорошо, продиктуйте, пожалуйста, его. Хорошо, я его поставила. Ну, вы ее заблокировали, да? Ее можно выкинуть. Да, да, она не действительно. Угу. Ну, все, хорошо, то спасибо. Всего доброго. До свидания. Алло. Здравствуй, Андрей. Алло. Да, что там? Да, вот я перевожу, это Альфа-банк же. Да, да, да. Я перевожу, тут написано, требует подтверждение. Подтверждение, обычное подтверждение, Сбербанк. Ты перевел? Я перевожу, подтвердить нужно. А, позвони в банк, делай подтверждение. Я такой-такой делаю подтверждение, делаю перевод, давай. Давай, я такой-такой, сейчас подтвержу. Алло. Да, звонил ты? Да, я позвонил в банк, они сказали, эта карта недействительна. Ты нахуй? Она не работает. Как недействительна? Почему речь? Ну вот, я позвонил в банк, сказал Альфа-банк, то, что я перевожу. Назвал свои, то, что кто я такой. Они сказали, кто получатель. Я вот Никита там какой-то, да, Геннадьевич, сказал получатель. Да, да, да. Я сказал, они сказали, данная карта недействительна. А на эту карту, на первую карту, что? Первая карта сразу в банке пишет. Сразу в банке пишет, что она недействительна, на нее перевести невозможно. Следите с получателем. А это что пишет, это Альфа-банк, что там говорит? Альфа-банк, я начал делать перевод. У меня написано, надо подтверждение. Я позвонил в банк. Ну, хорошо, сейчас подожди секунду. Я позвонил в банк. Они мне сказали, кто вы такой. Я сказал, кто я. Стоп.
Хорошо, сейчас другую тебе дам карту. Я не понимаю, в чем приколы? Алло. Я тебе скину там центральные координаты ВТБ. Давай, посмотри, пожалуйста. Давай я себя посмотри, я перезвоню. Валерия, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Валерия. Дело в том, что я нашел чью-то чужую карту ВТБ банка. Что мне с ней сделать? Ее как-то утилизировать нужно, выкинуть. Так, сейчас это минута. А с карты были найдены документы? Нет, не было. Она была воткнута в терминал Сбербанка. Угу. Карта. Да, сейчас. На карте направила к коллегам, они свяжутся с клиентом. Спасибо вам за обращение. Угу. Я просто так понял, ее кто-то нашел, хотел ее воспользоваться. Я думаю, самое оптимальное ее просто заблокировать, я выкину, да и все. Да, вот лучше так. Ну, да, ее заблокируют тогда. Спасибо большое за обращение. Всего хорошего, до свидания. Да, до свидания. Алло. Ну, давай, что ты мне говоришь. Алло. Я тебя слышу, говори. На нее не переводится? Почему? В Сбербанке пишется, свяжитесь с получателем карты. Нет, ты что, не мозги, да, Игорь, скажи, пожалуйста. Вот я первую, вторую, ты как-то вообще, понимаешь, некрасивая с твоей стороны, ты это делаешь, понимаешь? Ну, мы да, вот с тобой вроде бы говорили, скинь мне еще пару карточек, я их тоже заблокирую. Как? Раком, как? Не понял. Ну, подумай, поймешь. Алло. Не слышите? Сейчас слышишь? Да. Все твои карточки я заблокировал. А как это вообще ты это делаешь? Ну, я работаю в банке. Как? Ты в банке работаешь? Да, и блокирую твои карточки. Первые три вот эти сейчас уже заблокировал. Давай четвертую. Проверим. Ну, а зачем ты это делаешь? Ну, много у тебя там денег на них было. Ну, ты пидорас конкретный выходит, да, по идее? Почему? Ты же меня обмануть хотел. Ну, а как? Ну, нахуя такие движения делаешь, левые? А ты нахуя такие движения делаешь, гадкие? Сейчас, вообще, сейчас нормально разговариваешь, нормально, четко все. Ну да, все четко. Знаешь, как давай сделаем? Да. Ты просто сейчас искренне попросишь у меня прощения за то, что ты хотел меня обмануть. И дашь обещание, то, что ты не будешь обманывать людей. Я прямо сейчас разблокирую твои эти карточки. Мне твои мозольные карты не нужны. Услышал? Знаешь, кто ты вообще? Ты знаешь вообще-то? Я антимошенник. Ты антимошенник? Да, я против мошенников. А ты мошенник. Ты пидор гнойный, понимаешь? Такие как ты, нахуй, я в рот даю. Вот так беру и в рот даю, блядь. Ну а почему сегодня как ты у меня взял в рот? Объясни мне. Ну? Почему тогда ты у меня сегодня взял в рот, а не я у тебя? Пидор ебаный. Да ну нахуй, я так и знал, что ты мне мозги ебешь. Если тебе хотят, я бы с тобой нормально разговаривал. Ой, слушай, ты гандон, последний. Рваный гандон, они дырявый, блядь. Они у тебя есть эти мозги? Дима, ты пидор, ты ебаный, последний. Понял, что ты гандон. Я не последний, я самый первый. Ты последний гандон, дырявый, блядь. Нет, ебу, самый отворот, первый. Твою мать я выебал, твою сестру выебал. Да была чада, да была чада. Да, была чада. Пидорас, блядь, ебаный. Разблокировал твои карты? Да, нет, если нет, до свидания. О. Да, Гендон. Добрый день. Вас беспокоит служба поддержки Альфа-банка. Вас беспокоит служба поддержки клиентов Альфа-банка. Вашу карточку только что пытались заблокировать. Могу я услышать Никиту Геннадьевича? Пидор,
ебаный, я твой голос уже там узнаю, блядь. А, узнал, да, мой голос? Ну что будем делать? Как решать эту проблему? На мирной ноте? А то все, что у меня хорошенько, прям четко. Мне твои мозольные карты не нужны, как ты уже понял. Разблокировать тебе их? Если да, то да, если нет, то нет. Да мне похую на них, понимаешь, как на тебе. Как хочешь делать. Хорошо, я тебя услышал. Где ты находишься в данный момент? Номер телефона сейчас поменял, да, блин? Я твой номер знаю, нихуя не звонил тебе. В данное время суток где находишься? А ты угадай. Ну, я думаю, на бутылочке какой-нибудь сидишь. Ты сразу зачавкал, как представил, что ты на бутылке. Нихуя у тебя фантазия педоротическая, блядь, пидоротня ты ебал. Ну, блин, с тобой же общаюсь. Ой, маму я ебал. Давай сюда, больше не звони, блядь. Можешь выкинуть эту симку. А чё ты, привет, ты не будешь никому передавать? Я видео завтра выложу или сегодня. Да я знаю, что видео. Конечно, давай, мама, будешь кому-нибудь привет передавать своему табору, все семейному четко. Очагу? Я скоро будем драться, пидор ты ебаный. Что скоро будем? Драться скоро будем. Драться? Да. Ничего себе, что ты у нас? Цыганским боксом занимаешься? Чего твои глаза, блядь, ебаные. Цыганским боксом занимаешься или каким? Да,